Было бы даже за коломоной просто хэхэцэ чешуще. Дрибл. Итак, здравствуйте, дорогие друзья. 10 февраля. 10 февраля. Осталось еще 20 дней, и мы в календарной весне. В календарной весне. И песня 21 с вами. Так, кого-то я уже вижу. Я уже вижу Александр. Денис Тарахкателек. Александра Лановой, Татьяна Рибак, Николас. Николас, здорово. Здорово, сейчас хорошо. Сейчас я тут подключусь. Сейчас, значит, в эфир выходит Елена Пинчук и выводит Михаила Новицкого, или наоборот. Вот. ВКонтакте тоже к нам присоединяются люди. Много. Много? Да, Андрей Ушаков, Инна Ильина, Тимофей Попов, Полина Слюсарчук, Ольга Ерофеева. Приятно, приятно. Ну что ж, давненько не пелось песен, потому что всякие разные дела было. Регина вижу. Смотри-ка себе. Инна Ильина. А, да, точно. Что-то она и как-то умудряется и ВКонтакте. У некоторых моих друзей есть псевдонимы, и поэтому я путаю, где псевдоним, а где, так сказать, подпольное прозвище. И так далее. Даже я смотрю, в интернете появилась Елена Пинчук. Это удивительно. Да, теперь она я все вижу. Да. Вот. Николас Тутмянин пишет «Хай». Неплохо. Привет. Короче, в общем, Guten Tag, Regina Sdier. Татьяна Тамара Пущина, Катя Котельникова, Татьяна Матуш. Катя Котельникова, привет. Татьяна, привет. Илья Дюдяев. Илья! Привет, Илья. Ну что ж, я думаю, что Илья, может, тоже не зря вошел сегодня в программу, потому что песня будет из тех времен, когда мы с Ильей еще когда-то играли в театре «Сказки на Неве». Я был... Кем я был? Я был котом. Да, был котом в сапогах, а он был Новым годом. Вот. Ну ладно. Татьяна Шашкова. Татьяна, привет. И Дмитру Гельман. Приветствую, Михаил. Собираетесь ли вы в Москву с концертом? Я с удовольствием поеду в Москву с концертом, если опять получится. В прошлом году это было. У меня есть такая традиция приезжать в центр Сахарова и там делать концерт. В начале мая. В начале мая, 1-2 числа, да, обычно там выходные. Первые. Или 1 мая прямо и приезжаю. Ну, обычно вот. 1 мая. И если подсуетятся москвичи, сделать какой-нибудь квартирник, или там, вот, в прошлый раз я был в Гиперионе. Вот. То вполне. Я думаю, что, наверное, пора заканчивать здороваться. Да? Вот. И начинать петь. Вот. Да? Петь или не петь? Или еще поговорим? Если меня нормально слышно, дайте сигнал, что все хорошо. Поставьте плюсики, кому видно и слышно. Ну, единственное, что я забыл сказать, что сегодняшний день ознаменован тем, что в Москве и Петербурге были митинги, шествия обозленных на власть матерей, или как это называется правильно? Марш гнева матерей. Вот. Это, да, это очень важные были события. И еще для того, чтобы не ходили люди на марш этих самых матерей, еще придумали наш Смольный, повыгонял всех... Убирать город. Когда уже этого необходимости это не было, убирали город, как это называется... Бюджетники. Да. Бюджетники. Всякие театры. Работники театров, отделов культуры. И так далее, так далее. То есть, как бы. Татьяна Рыбак пишет. Здравствуйте, Михаил. Привет из Украины. Очень приятно, да. Из Украины уже несколько человек. Так. Итак, песня это на самом деле, ну, говор такой, сегодня 60-й выпуск. И песня 21, каждая песня звучит один раз, написана, как правило, мной. Да? И эта песня звучит единственный раз для того, чтобы это прозвучало. Потому что некоторые песни настолько заброшены в стол, что не исполняется иногда по 10 лет. Потому что есть какие-то песни, которые часто исполняются, а какие-то не часто. И вот в данном случае песня «Аллилуйя», она написана чёрт в каком 90-м году. Вот. И вот сегодня я ее вспомнил,
и вам я спою. Потому что напоминаю, друзья, типа спой, аллилуйя, там, или царица, или еще что-нибудь такое. Вот царица потом, попозже, наверное, сделаю. А сегодня аллилуйя. И там, конечно, песня полна такого, я бы сказал, юношеского максимализма, неотесанного. Вот. Ну, думаю, что... Я не стал менять слов. И вот как она тогда написана была в 90-х годах. В лихих 90-х. Так она будет исполняться сегодня. Все, пошли лайки. Чувствую, что вы слышите гитару. Героиня звериного пения, мое лето, зима и весна. Сначала. Героиня звериного пения, мое лето, зима и весна, воплощение нытья, лжи и лени. Слава Богу, ты мне не жена. Мне любви суррогата не нужно. Ты бесстыжие слезы утри. Ты насколько прекрасна снаружи, ты настолько гнилая внутри. Аллилуйя! Это Иисус, я славлю. Слава Богу, что ты не со мной. Побегу в церковь, свечку поставлю в твой любимый размер толщиной. Аллилуйя! Я просился со многими, ибо так сложились дороги, пути, и всегда возникало спасибо, но сейчас, но теперь глагол этих слов не найти. Эти люди, собаки и звезды обжигают тебя каждый миг. Разлетелись по собственным звездам и поэт, и послух, и даже денщик. Я залез на гору, набрал побольше воздуха и как дурак ору! Аллилуйя! Это Иисус я славлю! Слава Богу, что ты не со мной! Побегу в церковь, свечку поставлю, твой любимый я! Размер толщиной. Ой, ой, аллилуйя, аллилуйя, Хари Хари Кришна, Хари Хари Рама, и Аллаху слава. Судьбу ты напрасно, не скули, что ты тяжко живешь. Если в прошлом не видишь ты счастья, счастье в будущем ты не найдешь. Аллилуйя! Это Иисус я славлю. Слава Богу,
что ты не со мной, то бегу в церковь, свечку поставлю, твой любимый. В общем, понятно, какого размера. Итак, 60-я песня. И исполнена в эфире песня 21. Что нам там пишут, друзья? Дмитрий Гусев смотрит, Лариса Картузова, витаю пана Михайла. Геннадий Деменский смотрит. Я с вами, пишет. Тэш, тэш. Вконтакте Иван Щучинов. О, ничего себе, пишет. Чего? О, ничего себе, пишет. Ну, не только про... Татьяна Федорова присоединилась. Привет, Татьяна. Константин Куорти, Наталья Гринева, Ирина Белякова, Светлана Шахова, Костя Новиков, Ирина Михайлова, Александр Кучеренко, Наталья Меркулова, Алекс Алекс пишет, снимаю шляпу. Алла Беляева, добрый только вечер. Только не проснитесь. Беляева Алла, добрый Алла, вечер. Угу. Значит, компания хорошая. Да. Компания хорошая. Алена марки. Крымова. Угу. Тамара Пущина. Репетируйте там с пивом, репетируйте скоро. Катя Котельникова пишет, все хорошо, любим тебя. Катя, спасибо, да. Спасибо за любовь. Катя Котельникова, она вообще, насколько понимаю, мой корректор всех моих статей почти и сказок. Так. Татьяна Шашкова пишет, душераздирающая. Да, да. Прям как будто, когда я вот пою «Залез на гору и ору», я как будто на Эльбрус. Вылез, и там на Эльбрусе так я ору, аллилуйя. Вот, я надеюсь, понимаю, о чем идет речь, то есть, надеюсь, меня понимают, о чем идет речь, когда я говорю про Эльбрус. Эльбрус. Эльбрус, самолета видно здорово. Так, ну что, друзья мои, осталось... Иван Щучинов пишет, старый знакомый, или Щучинов, не знаю, как правильно, старый знакомый по лампушке пишет. Угу. Да, вот лампушка красная, мне. Бойчик, лампушки, Владимир писали. Степанов пишет, бывало и такое. Бывало, да. Вот. Друзья, осталось сказать, что мы песни еще не все спели, мало того, они продолжают писаться. Вот. И потихоньку я анонсирую наши будущие события. Значит, 8 марта, помните, был такой день рождения, был Клары Девственницы, которая... Клары Девственницы. Клара Девственница, которая продавала розы в Люксембурге. В честь дня рождения в Советском Союзе и вообще во всем соцлагере затеяли этот самый праздник всех девственниц. Вот. И мы это очень здорово праздновали в школе, и мы продолжаем это праздновать сейчас. Уже где Клара, непонятно чего. А память об этом осталась, и 8 марта я всех жду по адресу Пушкинской, 9. Значит, 8 в 9. Вот, на... концерты для любимых, для концерта для любимых. Концерт будет именно концерт, потом концерт будет перевращаться медленно и печально, прямо с такого. Почему это печально? А, ну, радостно. Весело и задорно будет превращаться в дискотеку. Зажжем в стиле 80-х, ну и даже в 90-х, а может и... нулевых. На самом деле, друзья, пишите там свои заявки, что бы вы хотели, какую музыку на дискотеку, какие песни вы хотели бы Михаила Новицкого услышать. Я там в группе пишу объявление, вы отзывайтесь, пишите. Хочу песню «Аллилуйя». Да, запись это может быть, и там будет несколько моих замечательных друзей, не только которых будут играть со мной в команде, но еще как бы и петь. Да, появятся такие варианты. И, значит, ну, дальний прицел, это 20 апреля, там же, на Пушкинской, 9, мы покажем, друзья, для ваших детей, для подростков, скажем так, и не подростков, и для вас покажем «Маленький принц». Вот Сергей же. Пелевин пишет, не нашел зимнюю лампочку, есть ссылка, но как бы... непонятно. В этом году? В этом году мы не планировали. В этом году мы не планировали зимние лапушки. Денег так что у нас 8 марта это и есть зимние. Коррупция в стране. На уборку снега не хватает. Вот. Ну, наверное, все, что нужно добавить.
Если есть вопросы, вы пишите, если даже сейчас вам не отвечу, вот прям в прямом эфире, я вам потом тихонечко, ну или быстренько отвечу. Или громче. Или громче, или перезвоню кому-нибудь. Вячеслав Балясников пишет: «Привет из нашего колхоза». Ну, вот слушай, вам не нравится ваш колхоз. Вот. Ольга Заславская прислала котика. Ага. Александра Тарновская смотрит. Ну, уже вы в записи. Какие звезды нас тут смотрят. Звезда звездой говорит. Хорошо. Я чувствую, надо что-то делать. Какой-то фестиваль. Раз уже Тарновские, это еще эти Крымовые, еще, я думаю, не только. Вот. Международный. 8 марта приходите на Пушкинскую 9. Чем вам не лампушка? Танцуем, да. Самая настоящая лампушка. Чем вам не лампушка? Вот. Ну и что на прощание могу, на сегодняшнее прощание. Значит, делитесь этой песней, посылайте эту песню своим знакомым. Что это действительно, она, ее, по-моему, на видео нигде не существует. Только что мы совершили с вами акт, так сказать, чего? Фиксации этой песни вообще, как таковой. Теперь она существует в видео-варианте, да. А до этого она, так сказать, непонятно в каком... существовала и существовала ли. Я даже запись не знаю, есть ли где-нибудь. Вот. И подписывайтесь на наш канал в Ютубе, на наш канал в Фейсбуке. Делитесь песни с друзьями, потому что только так мы уничтожим центральное телевидение. А его надо уничтожать, сами понимаете. А то нам всю жизнь будет показывать Киркорова. Алекс пишет: «Новый день. Для всех важно. Концерт». Я его не пел «Новый день». А, он, наверное, на 8 марта. Точно, хорошо. Хорошо. Нам писал, хорошо, возьмем на заметку. А здесь не помним. Надо посмотреть. Вы, ребята, на Ютубе там есть наш канал Елена Пинчук, в котором есть плейлист «Песня в 21». И там все песни, которые Михаил уже исполнил в этой песне в 21. 60 песен, да. Это сегодня был 60-й выпуск. Юбилейный. Ольга Заславская пишет: «Сегодня узнала, что на 8 марта иду к вам на концерт вместе с Карине». Да. Ирина, да. Чашина пишет: «Привет вашей душевной компании из Москвы». Мне очень приятно, да, москвичей принять на этом концерте, потанцевать с ними, побеситься. На самом деле Карине – это наш национальный герой. Наш национальный герой. Вот. Девушка, которая, в общем-то, постоянно стоит на мосту Немцова и охраняет букеты, которые время от времени власти Москвы уничтожают. Вот такой вот герой с ежедневным подвигом. Карине, привет, мальчики. Вот. Ну, будем прощаться. Да, будем прощаться. До новых встреч. Берегите планету, ждите весну. Вот, любите друг друга, берегите ближних. Осторожно ходите под крышами. Потому что эти дурацкие сосули, которые забила Валентина Ивановна, они имеют место быть и падают. Пока. Пока.